перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Килограмма. Блять, ну что тупок появился, серьезно. Показалось. Привет. Ты слышишь меня, нет? О, здравствуй, здравствуй, давно не виделись. Фу. Кажется, кто-то есть. Здравствуй, здравствуй. Я нахожусь, чтобы тебе интересно было, да? Вот на болоте. Вот это мои ноги. Это не туалет, это не нечистоты. Вот в это помещаешь ноги с радостью, потому что торф. Торф вообще антисептические свойства имеет, если ты не знал. Во время войны, я думаю, во время разных войн, торф использовали как... антисептическое средство, ну, если там человеку, не знаю, оторвало ногу, голову там, его прикладывали к ране, он антисептик, сфагнум, ну, ты знаешь. Вот, я пытаюсь убить, как убить, охотники не убивают, они подстреливают или добывают. Я сижу в засидке, это фабула тебе, и пытаюсь весь день подстрелить какую-нибудь дичь. Не ту дичь, которую ты обычно несешь своей мамке, да, чтобы отмазаться или денег получить. Сейчас я пауэрбанк. А дичь водоплавающую. Хотя бы какого-нибудь селезня. Или, может быть, вальшнепа. Гуся я уже не жду. Ну вот ты кто это? Кто это? Можно по нему стрелять, нет? Вот ты кто? Это вальшнеп, но... Вальшнеп вонючий, я не люблю вальшнеп. Вальшнепов. Ждем дичь. Ставь лайк, если ждешь дичь. Скидывай на карту 8000 рублей, я подстрелю вон даже ту чайку. Не, на самом деле мы не настолько жестоки. Я не убиваю ради забавы. Мы стреляем ради пропитания. Так, текущее положение дел. Но это симуляция, все равно я не могу понять, что они здесь делают. Смотрите, смотри. Я весь день стреляю в дичь. Весь день. Вы не можете мне сказать, что я промахиваюсь. Вот видите, это симуляция. Это 2D-симуляция. Сейчас покажу кое-что более изящное. Так. Вот это 3D-симуляция. Ну, тут 2D вперемешку. Но, как вы понимаете, так себе, да? Потому что это нехоженое место. Сюда не ступала нога человека, а видеоблогера тем более. А кто может вам еще раскрыть правду, кроме как видеоблогер? В таких местах, где люди не бывают. И симуляция, в принципе, чтобы компьютерное время, я уже рассказывал в сторис, не тратить ресурсы нейросети. Поэтому компьютерная симуляция достаточно простенькая. Стреляю весь день, ни в кого не могу попасть. Это, скорее всего, связано с тем, что вся дичь здесь, летающая, это просто голограмма. То есть она даже не изменяет... траекторию движения после прямого попадания. Я, сами знаете, попадаю белке в глаз.
ногой, чем угодно. Ладно, пока все тихо. Пиши вопрос свой, где находишься. Я не знаю, где я нахожусь. Это необитаемое абсолютно место. А, не, показалось. Абсолютно необитаемое место, поэтому здесь все очень просто. Ларин, 39, красава. 39, красава. Хороший мем, да. Я знаю, я его знаю. Его придумал фараон. Чувак, ты, походу, в жопе. В смысле? Ты не в жопе, если у тебя есть ствол, понимаешь? Даже если цевьё примотано скотчем. Он все равно боеспособный. Не, мне неудобно сидя. Мне кажется, что все стимуляции пролетают мимо меня. Это он Хавана выебал. А, это вопрос был? А, так. У Невзорова эфир. Ну ладно. Может, у Невзорова эфир. У меня тоже эфир. Я вот за ружье стреляю, например. Я бы с радостью сделал, но патроны, видишь, их не так много. Поэтому я экономлю. Только если что-то полетит. Вот. Ну что, похоже, пес. Закатанный машиной. Патрон. Гильзу, вернее. Дима, ты ебаный снайпер. Да, да, да. Да, это правда. Вот там, вот здесь сейчас облачко, это тоже все рендер. А вот там я стрелял в первую симуляцию. Вот прям вот так вот был ствол, тут была мушка. Я точно попал, высота была где-то метров 50, может быть. И симуляция даже не сдвинулась. Это была голограмма. Так. Бля, сейчас начну поедем стрелять. Здесь очень тихо. Очень, очень тихо. А ты где? А я где-то в болоте. Я уже показывал твоему приятелю. Вот то место, где я сижу. Это моя обувь. Я прилетел на самолете в Архангельскую область вот в таком виде. Сразу с трапа сошел и теперь я в торфе. Это торф. Привет. В какой стране? Архангельская область находится в России. Какой ты милашка. Так. Ну хоть кто-нибудь пролети, хоть кто-нибудь. Я уже хочу выстрелить. Какие-то чайки все. Вот делать у них. Ты не понимаешь, ты вот просто ты не выкупаешь. Ты идешь целый день. Потом строишь бивак. Потом роешь яму, чтобы в туалет ходить. Это же романтика. А потом перед тобой раскрывается такой вид. Вот такой вид. Классные очки, да? Ну и ты сидишь несколько часов в яме. В торфу, как я уже говорил. И ждешь, что что-то пролетит. В принципе, можно вот по вот этому созданию, да, пролететь. Ты видишь этот пиксель? Или вот по вот этому. Но они несъедобные. Ладно, по свисту крыльев пойму. Лень стоять. Он горит. В принципе. Слышали? Это слышали? Если что, я кидаю телефон. Я кидаю телефон, и вы все услышите сами. Что там делаешь? Я сижу в засидке, выжидаю водоплавающую дичь. А на что это похоже? О, кемпинг. Нет, не кемпинг. Здесь как минимум пахнет по-другому. Не могу выдавить глину. А, чувак. Хватит жрать шаверму. Привет, здравствуй. Всем здравствуйте. Спасибо за то, что ставите лайки. Подписывайтесь на мой канал.
Если кто-то услышит свист крыльев, то пишите, потому что у меня не... Я старенький, я плохо слышу, плохо вижу. Стреляю еще хуже. Ты нас читаешь? Конечно, читаю. Тебе не страшно, а то пиздец как пусто. Нет. Но тут есть такое ощущение, что тут же бескрайнее болото, я же показывал тебе, что кто-то наблюдает за тобой. Но это всего лишь твои страхи. Твои страхи вышедшего из пещеры кроманьонца. Такой, бля, в пещере было так норм. Насиловать свою сучку, есть своих детей. А здесь, да, не знаешь, что ждать. Медведь, если по болоту побежит, то я не убегу от медведя. А те патроны, которые у меня есть, они меня не спасут. Потому что, ну, типа, это контейнер единица, да? То есть это не очень крупная дробь, это на гуся. Медведь, ну, просто начнет смеяться, для него это будет как щекотка. Но медведь может пойти только со стороны бора. То есть вот оттуда примерно, откуда-то. Я туда не смотрю, ну, принципиально. Потому что если он туда побежит, мне просто пиздец. Мне просто пиздец. Поэтому я пытаюсь кого-нибудь выследить из летающих. Ну, вон один летает, но это чайка. Я не ем чайк больше. В этом году, вернее, я дал себе зарок. Вальшнеп. Милый такой. Так, вы милый бомж. Да, зрение отличное. Спасибо. Пользуясь случаем, передам. Передать. Что передать? Ты не уточнил, пес. Так. Бро. Что, бро? Медведь невкусный, то ли дело косуля. Я согласен. Блядь, как низко. То ли дело косуля. Я косулю не пробовал, медведь пробовал, невкусно. Медведь невкусный. Вот гусь норм. Я сегодня обедал гусем. Вот от нечего делать я решил даже вас набрать. Представляешь, насколько у меня веселая и захватывающая охота. Насколько много всего происходит. Чаще я ружье держу в руках, если от него никакого пробка. Снять сапоги. Да как Курт Кобейн, да? Это шутка, нельзя так делать. Это дурацкая шутка, это отвратительная шутка. Так вообще нельзя шутить. Так даже думать нельзя. Мама так говорит. Сколько книг прочел? В смысле, за сегодня? Аллергия. Есть немножко, да. Есть. У Низора тоже транса. Метаюсь туда-сюда. Ой. Я даже не знаю, что тебе посоветовать, чувак. Просто выключи Инстаграм и займись жизнью. Займись нормальным делом. Какое ружье? ИШ-17. Одностволка. Курковка. 12-й калибр. 35 лет. Ебать, у тебя перелом быстро зажил. Чувак. Как бы, вот он. Вот здесь вот сломано. Вот здесь вот. Больно. Но благо, отставленный палец, да, противопоставленный, мне не нужен. Я могу... А, вот гематомка еще. В принципе, я могу ружье вот здесь держать. Просто оно будет лежать. Я буду прижимать его этим пальцем. Я уже делал несколько выстрелов, так что это нисколько не помеха. Так, Ларин, пока. Я пошел учиться, учись. Крепитесь. Угу. Закат красивый. Да, чувак, ты посмотри. Даже не хочется никого убивать. Это же просто, ну, подстреливать, вернее. Мне в принципе не хочется никого не убивать, а сегодня особенно. Мило, да? Ну, пиши свои вопросы. Какая область? Архангельская. Здесь еще снег в лесу. Дима, ты калич, потому что отдал мопса. Он бы мог тебе сейчас на охоте помочь. Да, мопс на охоте помог. Он бы сдох, его пришлось на руках тащить. Это очень, ну, неприспособленная к длительным кардионагрузкам псина. Далее. Следующий вопрос. Кто там пищит? Это вальшнеп, скорее всего. Я тоже уже раздражен этим говном, хочу пару выстрелов сделать. К тому же ничего больше не летает.
Вау, как красиво, да? Ты что, буддист? Я сам еще не знаю, понимаешь? Но я был как-то буддистом. Вернее... А, нет, это был индуизм. Я там солгал, что я индуист, потому что в Индии, в городе Варанаси, есть легендарный храм Golden Temple. Ну, на индийском он, естественно, по-другому называется, да? И чтобы туда войти, надо купить цветов. Нет, блядь, это буддизм был, потому что Будда, я поливал молоком Будду, ебать, я поливал молоком Будду, чё? Вот, надо купить было молоко и цветов Будде. Там еще обезьяны бегали. Там, скорее всего, все дорешли обезьянам. Вот, и там спрашивали, какая... Нет, опять не то. Там спрашивали, какая у вас религия? Я сказал, я типа буддист. Они меня спросили зачитать какую-нибудь сутру или назвать одного из Будд, то я бы обломался, но меня пустили. Вот, место прикольное, да, Golden Temple. Если будете в Варанаси, обязательно заезжайте. Пошли бухать. Чувак, это вот ты бухаешь. Ты посмотри, я похож на того, кто может бухать. Я сижу в субботний вечер, говорит, что у нас там сегодня? Бля, Ксюша. Ксюша, нет. Ксюша мне пишет в Телеграме, не знаю, как ей ответить, потому что у меня скинется стрим. Ксюша, вспомни. Я не могу сейчас озвучивать, но ты должна вспомнить. Если ты помрешь, то я любила тебя. Очень романтично. Похоже на название песни, блядь, группы «Пошлая Молли». Как там? Здравствуйте. Да нормально, в принципе, комфортно. Видишь, я по-летнему практически одет. Ты знаешь такую страну Азербайджан? В школе что-то слышал, да. Меня. Привет. Ладошка. Сегодня суббота. Да, субботний вечер. Вот как у меня проходит субботний вечер. Может, все дело в том, что я тут сижу и распиздякиваю с вами. Если бы я молчал, может быть, что-нибудь прилетело. You are Rosé. Что это значит? Люблю пошлую Молли. Респект. Дисп. Так, следующий вопрос. Дима, слышь, как твоя притча называется? Модная, попсовая. Называется «Я сегодня помыл голову в душе с мылом». Вот так она называется. Ты был в Казахстане? Увы, нет. Заебал. Читай чат. А я что делаю, чувак? Всем привет с чата Рома Механика. Привет, Рома Механик, и привет, чат Рома Механика. Передаю пламенный привет всем механикам и всем чатам. Даже чату Волчат, который был популярен в нулевых. Дима с кем приехал? На один пришел. Чё-то лагает, не знаю. У меня здесь вообще-то, блядь, выделенная линия на болоте, ебать. Ты чё себе позволяешь, нахуй? Да посмотри, инфраструктура. Ствол, болото, бор, медведи. Симуляция. А, Хованский перестал бухать и такой раздражительный сразу стал. Ну, не знаю. Мне кажется, у Юрия скоро психоз случится. Как бы у него постоянно случаются психозы, но тут будет нечто совершенно иное. Не, ему надо бухать начинать, я думаю. Чего он себя изменяет? Он же Юрий Хованский. Смерть не разлучит его с алкоголем, я считаю, что ему надо быть верным себе. Пусть пьет. Так. Чай, что ли, попить сходить? Сейчас прилетит пиздатая уточка, а ты не успеешь выстрелить из-за эфира. Я этого больше всего боюсь, чувак. Больше всего. Я даже не пиздатую уточку боюсь пропустить. Я боюсь пропустить любую уточку. Слушал хотя бы одну песню от группы Friendzone? Нет. Срочно. Я живу на болоте. Наверное, рядом с тобой. Чувствую запах ванили и табака. Это ты?
Нет, это ты головой поехал. Смерть его разлучил с тобой. Разлучит, наверное, да? Привет, здравствуй. А, блядь, Иерусалим, столица Палестины. Чё, кто это пишет? Это не мой тезис. Это кто-то написал. Так, провокации. У нас уже идут провокации международного характера, совершенно не связанного с нашей родиной. Не, медведи все-таки думаю немножко. Пес, go в Минск. Блять, приезжай на болото. Что-то... Вот нахуй тебе Минск? Приезжай на болото, здесь так хорошо. Мне это место напоминает русский видеоблогинг. Вообще, сплошные параллели. Хожу и смеюсь весь день по болоту. Ксюшу съел медведь по имени... По имени... Это типа шутка, да? Привет из Казахстана, здравствуй. А, так, кому-то привет передать надо, с какой-то хуя. Нгомонгопокон. Что это означает? Хуй соси, кря, пишет Сергей Рудук. Ну ладно. Круто ты в интернете. А, так ты симуляция, чувак, тебя не существует. Я понял. Я только что об этом говорил. Тебя нет. Ты вот как бы вот один из тех 80%, кого не существует, в принципе. Ты создан симуляцией, ты бот. Меня не обманешь. Зачем ты сидишь в воде? А потому что, как бы, тут нет других вариантов. Ну, как в воде. У меня вот лавочка есть, да? Я могу вот так, но, в принципе, без разницы, потому что сапоги неплохие. И это торф, то есть это, ну, не то, о чем ты подумал. Совершенно. У меня нет таких проблем с торфом, понимаешь? Вот если у тебя есть проблемы с торфом, ты так и говори. Обсудим, понял? У меня проблем с торфом нет. Блядь. Какие-то птицы разлетались, а вот нужный... Блядь. Не, ну они кружили, чувак. Я не вру тебе, я тебе не вру. Далеко, правда? У меня даже дробь не долетела бы, да? Но как бы факт остается фактом. Они могли развернуться. Сейчас мы кого-нибудь добудем. Сейчас мы накормим мою семью. Поголодают немножко, ладно. Нет, там селезня были, по-моему. Были. Так, ты сдох. Нет, я не сдох, чувак. А, жалко уток. А что их жалеть-то, не понимаю. Блядь, еще эти чайки и вальдшнепы. Вот если бы не было этих чаек и вальдшнепов, было так хорошо. Любое движение на небосводе, который, как известно, является куполом всего лишь, да? А земля плоской. Я бы очень быстро сигнал ловил. Так они, сука, закружат. Ничего не понятно. Так, дальше. Продолжаем. Что там спрашивал? Бля, тебя там съедят, походу. Нравится ощипывать уток? Нет. Ну, это просто процесс, он быстро заканчивается. Ларин, как тебе музыка Кизару? Блядь, ну как тебе сказать? Кизару растет. У Кизару рост определенный есть. Мне не нравится его лирика, но как бы флоу определенно точно растет. Вот. В целом неплохо. Ни глазу.
Когда новый скальпель в ноге? А почему ты, вот почему ты хочешь, чтобы со мной случилось какое-нибудь членовредительство? Можешь мне объяснить, пес? Считаешь ли ты, что жена – это лишь путь к ребенку? Ну, не знаю. Из бездетной семьи. Ну, типа... Сука. Вот человек, наверное, который не знает, что я сижу на охоте, он такой, блядь, чувак сидит, дёргается. Долбался чем-то, наверное. Я, прикинь, я сижу в комнате такой и думаю, что я на болоте сейчас за несколько тысяч километров от Питера. Да, для свежеприбывших, короче. Небольшая панорама. Видишь, косяк гусей пиши. Пока нет. Блять, вальшнеп, вальшнеп, чайка. Чайка, вальшнеп. Не круто, не круто, не круто. Покажи ружье. Ты что, ружье не видел? Вот оно. Сейчас, погоди, я проверю обстановку. Постараюсь телефон не утопить в ебаном торфе. Да. Который, естественно, не похож на торф, похож на что-то более стрёмное. Не, на самом деле что-то оживилось. Что-то перед закатом оживилось. Здесь очень красивые закаты. Вот говорят, в Питере белые ночи, да? На самом деле, в Архангельске ночи еще более светлые. Сегодня до 3, наверное, ночи не спал. И в 3 уже было светло. Вот. В Питере светло так в 4. И то не настолько ярко. Где гуси, где утки, где козара, непонятно. Так, ты не охотник. Больно. Мое сердце, блядь, разбито навсегда. Я пришла сюда за Мику и Ксюшей. Мику тут, где Ксюша? Мику? Какой Мику? Ты о чем, пес? Главное, чтобы тебя одного там утки не заклевали. Нет, они не клюют. Напялил очки гейские. Чувак, для тебя, по-моему, все очки гейские. Два моих любимых блогера сейчас стримят. Вот разрывайся между вами. Ксен Глебович, закройте уже эфир. Дайте мне немножко хайпа. Мне кажется, я заслужу. Так. Бля, чувак. Это торф. Нет, я сам для другого. Смотри, внимательно. Мне кажется, там кто-то есть. Пиздец. Бля, стрёмно. Они совсем близко. Ты видишь? Сейчас фокус поймаю, погоди. Вон он сидит, видишь? Бля, их так много, чувак. Что делать-то? У меня патронов не хватит. О боже. Мы окружены. Ладно, шутки в сторону. Мне кажется, я уже кукухой еду, потому что ничего не летает. Так, помоги поймать комара. Хватит. Да все, Мишка. Добавь приз в эфир. У тебя осталось укулеле южный? Укулеле есть, конечно. Куда он денется? Что за Duck Hunt? Ну, это именно то. Это именно то, что ты сказал.
Да не, что-то грустно сегодня, ни хера не... Нихуя не летает нормального. Дима, сколько тебе лет? Мне 21. Где Ксюша сейчас? В Питере. Так, в Питере. Да, в Питере. Дмитрий, посоветуй книгу. Утки тоже смотрят твою трансляцию. А, сука, они смотрят. Это глупо, это было так глупо. Стримить, блядь, они же знают. Они же на меня подписаны. Я же Уткин, ха. Смешно, блядь. Ладно, я пошел чай пить, короче. Мне заебало. Подписывайтесь на канал, ставьте ролику лайк. Заходите на трансляцию Невзорова. Я буду там через 8 минут. Давайте. А я говорил. Я говорил, что все это матрица. Смотри. Большинство птиц в лесу, они не настоящие. Они пластиковые. Эй! Чего ты не взлетаешь? Фейк. Это фейк. Этот фейк, ну этот фейк лучше. Он типа прикидывается, что он типа ест. Че, вкусно? Вкусно? Вкусно тебе? С людьми та же фигня. История. Ну эти ладно, эти еще пытаются прикидываться. А вы только на этих гляньте. Секундочку. Они вообще 2D. Это 2D фейки. Чтобы не тратить процессорное время, сегодняшняя матрица просто даже не... Это страшно. Сегодняшняя матрица, чтобы не тратить процессорное время, просто не заморачиваться с текстурами. Так же с людьми. 8 миллиардов людей, я не верю. На Земле просто бы не уместилось такое количество людей. Я думаю, что 8-7 миллиардов, слишком завышенная цифра. Может быть, миллион, может быть, 2. Я еще сомневаюсь, что я не... 2D люди, они существуют. Я видел уже 2D людей, не знаю, как вы. Но... Самое страшное, что матрица может генерировать комментаторов. Вы думаете, что блогеры и комментаторы существуют? Нет, есть только блогеры, только мы. Остальное система. Кто это был? Матрица?